Турецкому хану, да? Да, давай, закажи. Подожди, Вась, подпишешь? Да, давайте. Давайте девушку первую подпишет. Давайте, может, начнем разговаривать? Да, отлично, написал. Тебя зовут на улицу. Твои друзья, что ли? Все, я двое. А что, их не пускают, что ли? Ты переодеваться будешь? Ну, всем, всем привет! Ну да, скажу. Потом, Василиса, не гни их! Хорошо вы. Погоди. Пиши. Я хочу сказать, просто всем привет, мы группа Flashmob, и мы бы хотели поздравить Аллу Борисовну с днем рождения. И Гарик у нас увлекается рисованием, и как бы его так вдохновило. Не гни! Нам еще заправить надо будет. И как бы он нарисовал картину вот так. Вот так. А, где она? Мы ее, да, еще не подписали. Сейчас мы бы хотели за эти картины написать наши пожелания Алле Борисовне. И как ни странно, мы это сейчас сделаем. Да, и самое главное, хотели бы пожелать Алле Борисовне здоровья. А мне кажется, даже штучка. Да. Да. Совне. Совне. Надо было все-таки заканчивать 11 класс. Да. Ну что, мы успеем. Успеем. По-английски, по-русски? По-русски мы в проекте. Флешмоб. Флешмоб. Сейчас от себя начнем. Да, давайте от себя. Серега, давай описывай. Серега, на Сулеймана в этот раз похож, что Усина выше. Восемь дня. Ага, простите, увлекает душно. У меня прическа же. Ну что ж ты будешь делать? Сейчас бандану это будет. На руку. Винегрет на цвета? Пока так, а потом сошьем винегрет. Сережек. Давай. Напишем, что пожелаем. Крепкого здоровья. Персональное поздравление от каждого участника группы Флешмоб. Да. Так, здоровья от Василисы. Сергей, ну что? Чего ты пожелал? О. Нашей Примадонне. Ну, конечно же. Советской российской эстрады. Будем желать большого счастья. Большущего, огроменющего просто. Только место оставь, да, оставь. Можно большого такого пожелать человека, что маленького холста на 4 не хватит. Да хоть вы портишь кому-то, ну, смотрите, коряво. Я? Да, да. Ребят, не обижайтесь, что с группами как-то не очень, может быть, корректно поступать, справедливо, так скажем. Почему мы обижаться должны? А чего? Я думаю, нам по делам за те два, задали, да. Так сказать, за те две грани вылета. Но мы в этот раз должны показать класс. Василий, ты будешь закрывать этот марафон. Я сейчас закрою. Я добавлю. Так, нет, пожалуйста, большущего счастья. Ну, а что Бог там пожелает? Давай пожелаем. Упыри, а я что буду желать? Показали, чистый, светлый. Я на выдаю эти, Мы показали одну сторону себя, да? Сейчас мы дальше показываем другие стороны. Естественно, одна сторона не может понравиться всем. Поэтому так поступили. Но мы не обижаемся. Мы даже рады. Критика всегда нами воспринимается. У нас такой образовался фан-клуб очень хороший, нас все любят. Ну и не побоюсь этого слова «чистого неба над головой», как сказал бы Тимур, Тимати так называемый. И хороших выходных. Да. Как его зовут? И хорошего настроения. Как его зовут? Мама. Дети? Мама. Мама. Слушай, это будет та самая интрига, не слабая, да? Дети. Давайте я нарисую большое-большое сердце. Уже любовь. Не знаю, да, наверное, если хочешь, да. И стрела, которая пронзает ее сердце, это группа Флешмоб. Да. Стрела. Снизу били, да, получается? Ну да, мы же снизов. Да. Идем. С Азов. Че как? Напишем Флешмоб? Стрела, брутальная стрела. Наша щетинистая. Английскими буквами, да? Да. Пусть знают наши. Пусть знают наш, напишем английский. Пиши Флешмоб. Как дальше? Алла Борисовна. А, S как доллар.
S. Да. H. Мне прям надо их... Внизу, да? Я убью, да. Или тут? Да нет, внизу. Как тебе удобно? Как мне удобно? Как тебе удобно? Как же мне удобно? Ну ладно, скажи. Я сам слушаюсь. Две ОО, да? Не-не, одна. М, О и Б. Давай, Василисенко, давай, пожалуйста. Прибавь скорость. Подождите меня, даю автографы. Самая образованная группа на проекте. Так, извините, надо, я лучше спрошу, чтобы не напортачить, а то... Ну да, да, лучше узнать, спасибо. Давай, давай. Все, давай, заправляем. Василиса, что у тебя дальше?